Тертипка кардеме враз. Жители Битьков в Тукаевском районе встречают Рустама Миниханова всем селом во дворе на улице Гагарина. Теперь здесь новый асфальт, тротуары, скамейки, детская площадка. Все по республиканской программе «Наш двор». По ней в районе отремонтируют еще 78 таких же дворов. Да, не останавливайтесь. Дальше. В Тукаевском районе демография немножко спала. Надеемся на вас. Для молодого поколения в селе обновленная школа. В этом году здесь прошел капитальный ремонт. Заменили кровлю, инженерные системы, фасад здания, поменяли окна и двери. Плюс новая спортплощадка и пищеблок. В столовой президент попробовал школьный обед. Красавица наша, талантливая. Давай, добрый, что вы. В Заинском районе Рустама Миниханова встретили игрой на домбре, фортепиано и целым хором. Это городская музыкальная школа. Тоже после капремонта. Детей здесь обучают по 15 специальностям. Здесь проживает более 500 человек. Вечером единовременно 40 детей здесь играет. Очень востребованная территория. Такой ажиотаж у дома по улице Гагарина. По программе «Наш двор» здесь благоустроили тротуары, установили освещение и площадки. Всего за 5 лет в районе отремонтируют 175 дворов. Также в Заинске президент осмотрел площадь перед ДК «Энергетик». Здесь выложили новую брусчатку, установили фонтан, малые архитектурные формы и озеленили. Район всегда привыкший к хорошим хлебам. В этом году два и более раз они не добрали, два и более раз по зерновым особенно. О темпах уборки, модернизации Заинской ГРЭС и в целом о развитии района шла речь на встрече Рустама Миниханова с главами поселений и руководителями сельхозпредприятий. Самое главное, вот вы, ваша команда, вот мы на вас опираемся, Заинский район культур, и много делается в социальном плане, и по производству, очень неплохие перспективы, и сегодня хорошо работает. В Нижнекамске все внимание, по крайней мере молодежи, к новому экстрим-парку. Рустаму Миниханову сегодня представили итоги первого этапа строительства. Уже готовы скейт-парк, памп-трек и организована арт-галерея. Ребят, классная вот история. Вот видишь доска, на которой выходит? Вот на ней научился. Два дня падал, конечно, но... Рустам Нургалиевич, мы очень рады. Для нас это очень важное событие в нашем городе. Постройка нового парка, он открывает нам новые возможности. Если нижнекамская молодежь только готовится опробовать свой объект, то местные фермеры уже обжились в новом торговом комплексе «Экоагропарк». Его открыли весной специально для них. В агропарке три основных зала. Здесь организовано 35 торговых точек. На прилавках уже более 1000 наименований продукции. Покупаем или продаем? Мы купим, наверное, судака. Неплохо, да? Да. Выглядит достойно. Очень вкусно. Перед агропарком для самозанятых поставили специальные шатры. С сентября по апрель ими смогут воспользоваться владельцы КФХ и ЛПХ. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.